Жми лайк, если хочешь увидеть реальную CSGO на телефоны. 500 лайков набираем, и я сделаю выпуск. Привет, интернет! С вами Илья, это наша игра День и новости мобильных игр. Сегодня небольшой инфовыпуск у меня получится, и по сути мы посмотрим только одну игрушку, и это Payday. Дело в том, что игра вышла на телефоны, и ее прямо сейчас вы можете оценить. Поэтому я решил сделать такой мини-видосик, чтобы вам об этом сообщить. Ну, точнее, ребята, как вышло? Сейчас идет именно бета-тест, он стал открытым, поэтому любой желающий прямо сейчас может игру оценить, скачав APK-файл. И вообще, если вы не в теме, то это именно переиздание игрушки Payday Crime War, и игру полностью переделали, и по сути это новый проект. Сейчас недоступно множество видов оружия здесь, автоматов, пистолетов, а также такие вот снаряжения. По режиму доступен пока только один в формате 4x4, и на самом деле такое ощущение, что там пока что ты играешь против ботов. Возможно, потом онлайн и появится, если, допустим, мы сыграем несколько каток. Вообще, если что, это такой шутер от первого лица, ребята, в котором упор делается именно на мультиплеер, поэтому по сути онлайн здесь должен быть. Вот как-то так. Вообще, если по самому геймплею, тут в принципе тут стандартный такой формат, игроки разделяются на две команды и стреляются друг с другом. Задача — заработать как можно больше денег за отведенное время. Тактики тут как таковой нету, самое главное — это метка, в принципе, стрелять, помогать своим тиммейтам, и в принципе все. По тиммейтам тут мы можем их лечить, просто прикрывать и так далее. В принципе, тут самое такое в плане прикрытия — это только когда твой тиммейт, допустим, взламывает сейф, и ты его должен прикрыть, потому что в этот момент игрок, так скажем, максимально уязвим. Вот такая, в принципе, простая здесь механика. По графике игра выглядит в целом неплохо, ну а по геймплею могу сказать, что как-то скучновато, что ли, и пока игрушка выглядит сыровато. Само собой, это только бетка, может потом как-то доработают игру, фишки какие-то добавят, ну а пока на данный момент, так скажем, имеем средний проект, и по сути это обычная стрелялка с тематикой Payday. Вот такие у меня, ребята, мысли. Напишите в комментариях, что думаете сами по этой игре. Интересно тоже узнать ваше мнение. Ну, а так, наверное, будем на этом на сегодня заканчивать. В общем, скоро увидимся и будем на связи. До встречи. Пока.